Изначально река Фонтанка. Она получила свое название от многочисленных фонтанов летнего сада, которая питала своими водами. Через нее переброшен старинный каменный прачечный мост, который имя свое получил от находившегося рядом императорского прачечного двора. Впереди по ходу движения Пантелеимоновский мост. Он назван по количеству церкви святого великомученика и целителя Пантелеимона. Она выделяется следом по городу. Архитектурное решение Пантелеимоновского моста – одно из самых красивых и интересных в городе, а его декоративные элементы покрыты черным золотом. Пантелеимоновский мост также выделил общийся инженерным сооружением своего периода. Самый маленький памятник в городе, Чижик Лужин, с его высоты всего 11 сантиметров. Памятник был установлен в 1994 году по проекту грузинского режиссера и министра Ступкина «Резак Ильмарки», трагически погибшего в этих стенах. Опасавшийся дворцовых переворотов Павел не желал жить в Зимнем дворце, решив построить себе новую резиденцию, неприступный замок-крепость, окруженный каналами и подъемными мостами. Впереди справа виднеется купол цирка одного из самых известных в России. Этот цирк появился в стране еще в петровские времена. Выступали в них в основном иностранные артисты, главным образом из Голландии и Франции. Их представления пользовались успехом в России. Но цирки 18 века были, как правило, перебили и справились на пищу во время народных гуляний. В 1875 году здесь, на берегу Фонтанки, был открыт первый храм
артисты, видевшие на своем европейском гастрольном пути немало цирковых зданий, петербургские цирки основали одним из цирковых центров. Порой даже внутреннего убранства очень являлся императорским театром. Инициатор постройки был Александр Федоров, семья Чинзелли навсегда покинула Россию. Цирк стал государственным и остается одним из любимых мест для отдыха петербуржцев с детьми. Участок слева, на котором расположен скрытый заверсированный главный учебный проект, был пожалован Петром Первым своему проекту и уменьшил Борису Петровичу Шереметьеву, участвовавшего вместе с императором в Северной войне, которая велась со Швецией за выход к Балтийскому морю. Дворец был возведен в середине 18 века по проекту «Самый Чеванец». Сад дворца раньше украшали фонтаны, поэтому и сам дворец нередко называли фонтанным домом. Здесь в конце 18 века жил внук Бориса Петровича, граф Николай Петрович Шереметьев, покровитель искусств, директор императорского театра и основатель одного из лучших известных театров России. В дворце жила его супруга, бывшая крепостная актриса Прасковья Жемчугова. Здесь бывали видные деятели искусств – Пушкин, Глинка, Мусоргский, Серов. Сейчас во дворце находится музей музыки. Справа находится еще один дворец Северо-Свет, принадлежавший в разные периоды времени знаменитым русским аристократам Нарышкину и Шуваловым. Сейчас это складывается знаменитый музей Фаберже. Главная часть коллекции – собрание пасхальных яиц, выполненных в форме Фаберже для последних двух русских императоров. Музей обладает самой большой в мире